Привет, ребята, с вами Сани, мы на канале Мисс Сани. Привет, ребята, всем привет, как вы живете, как поживаете? У нас для вас сегодня, Сани, большой-большой сюрприз. Приз. Посмотрите, кто к нам пожаловал в гости. И к вам, кстати. И к вам. Ну-ка, Саня, давай, расскажи. Давай, расскажу. Ну, вот это, ее зовут Тыковка. Какая красавица. Да. Ей 6 лет. И у нее... Кто ее хозяйка? Золушка. Вау, самая прекрасная из принцесс. Ну и вот у нее еще есть вот такая расчесочка. Какая красивая, Саня, покажи, что с ней надо делать? Расчесывать ее хвостик. Ну-ка покажи. Вот так расчесывается. Давай, а можно мне? Да. Посмотрите, ребята, какая прелесть. Да. Она вся какая блестящая, красивая, в блестках весь хвостик, ой, корона. И у нее она снимается. И снимается корона, и смотрю, как красиво вот движется и в одну и другую головка кола, в эту сторону, правда да. же? Вот, давай эту отложим в сторону, Ранечку, а рассказывай про давай. Эту, про... Милашка. Милашка. Я эту знаю, Милашечку. Это моя первая из этой коллекции. Вот это. И ее хозяйка Аврора. Вот. И она вот тоже, я ее корону потеряла. Она уже моя старая, но я, ну ничего, мне так и больше еще она нравится. А покажи-ка, какая расческа у нее. А где я? Вот. Вот такая у нее расчесочка. Ну-ка посмотрим. Давай, какая красивая. Девочки, какая хорошая у нас хозяюшка. Все расчесывает нас. И хвостики нам расчесывает. Ну-ка давай познакомься с другими участниками. Ну вот, этого я не знаю. Как... Султан, Сани. Да как какой-то профессор. Профессор гений по игрушкам. Да. Вот. Ему тоже 6 лет. Это мальчик. Да, ну-ка покажи. Я сейчас покажу, какая у него расческа. Вот. Это они очень дружат с Милашкой. Да, тоже блестка, вся весь хвостик и тут как красиво и очень красивая корона вся. Это смотрите, тигр. Перью. Тигр, да, очень красивый тигр. Ну хорошо, ой, тут у нас еще и собачка сторожит домик, да. Я вижу, да? А вот сейчас это... я вот покажу вам. Я сейчас вот вам покажу, ребяточки. Ну-ка, Саня. Это трешня. Я не знаю, как. Трешенька, трешня. Подожди, по-русски. Ну, пусть вишенька. Вишенька. Она да. может быть вишенкой. И о, я забыла вам это показать. Это удивим. Посмотрите, как она умеет летать. Ну-ка. Почему? Ну-ка. Вот. Ай, давай еще раз попробуй. Давай. Вау, хвостиком виляет. Ко мне приехала. Хочет, чтобы я, наверное, ей хвостик по... Ой, какая красивая. Ой, какая красивенькая. Ой, какая это прелесть. Знаешь, она похожа на белочку. Она мне с таким хвостиком красивая. Это есть белочка? Белочка, ну вот. Вот такая у нее расчесочка. Да. Ну Вася, вот. Красавица вот, наш, я вам посмотрите. Сейчас вам покажу. Вот эту... Сразу две покажу. Вот эту и эту я не знаю, как зовут. О, вспомнила. Эту зовут Ромашка, эту Тиана. Вот. Тиана. Ну-ка, покажи Ромашку. Ромашка, Ромашка, белый лепесток. Как там? Дряшка. Воздух, облако. Ой, умничка. Ромашечка. Ну вот, я всех расчесала. Ай, да, тут не ее. Ну что, девочки, как мы всех
познакомили всех с вами. И теперь вас тоже всех ждут большой-большой Сани-сюрприз. Дилин, Дилин! Послушайте, кто же там едет? Кто же это едет, девочки-подруженьки? Кто же это к нам мчится? Кто же такой? Слышу колеса, я слышу. Кто же к нам приехал? Кто же к нам приехал, Сани? Свинка Пеппа! Свинка Пеппа привезла киндеры. Киндеры. Ну, свинка да. Пеппа, давай-ка вылезай. Сюзи и свинка Пеппа. Ура! Ура! Друзья, привет! Привет, ребята! Привет! Привет, Сани! Привет! Привет, девчонки все! Как вы живете? У нас для вас большой сюрприз. Ну-ка, лошадку отгоню сейчас. Сейчас отгоню лошадку. Вот. Это яйца с сюрпризами. Мы вам привезли, очень трудный был аудророга у нас, мы вам привезли сюрпризики, потому что вы этого очень писали нам письма и просили. А давай, Сюзи, давай ты распакуешь киндер. Давай, Сюзи, распаковывай. Я буду тебе... А наши подружки все посмотрят. Ой, какая тут красотища, посмотрите, что кстати, же тут у нас? Вот это Animal Planet коллекция. Ну вот я сейчас открою капсулу. Олень, неплохо, да. Нету еще у меня. Ну-ка покажи. Коллекции там нет. А я, пока Сани будет распаковывать, я вам расскажу историю, которая случилась с нами, пока мы ехали. Ну, расскажи мне, самой интересно. Ехали мы, ехали через горы, через поля, и тут навстречу нам страшный серый волк. И что же вы думаете? А мы хитренькие свинушечки. И мы сказали ему, ну-ка прыгай к нам в кареточку. И мы его с пледоком обкачали, обворожили. И знаете, что сделали? Вам привезли. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас вы его и увидите. Как хорошо свинушкам жить на свете, дружно дружить. В школу ходить. Друзья, а вы ходите в школу? Обязательно расскажите, в комментариях напишите, ходите ли вы в школу, в какой класс, и что вам лучше, математика или литература, русский язык. Например, мне? Нам русский язык очень-очень нравится. А мне очень хорошо физика получается. Физика, ну вот у нас Аня молодой физик. Ну что? Давай-ка садитесь, а мы будем смотреть ваши подарки. Ой, девчонки, как интересно. Вот. Что... Ой, какой красивый олень. Давай в наш парк, да, будет как зоо. Ну, давай, Сани, а я распакую другой. А я распакую Сатурн. Давай я сперва, а потом ты, хорошо? Тут, я о, пока и вы свинушки, Кат. Я шоколада попробую. Красиво. Вкусно. Угу. Что же тут у нас? Не этот ли волк? Да, да! Да! Какие вы умнички! Извините меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду обижать вас. Хорошо, будешь жить у нас. Хорошо. Спасибо. Ну-ка, что же у нас в другом яйце? Давай. Теперь я распакую. Давай, Саня, давай. Давай, я распакую. Вау, тут какая-то... Вау, еще один олень. Да ты что, ну вот, будет друг. Ой, падай немножечко. Вот, вот так он запакован. И сейчас его достану. Вот, половина. Это мы возьмем. Это тоже пластилин. И... Это вот.
Вот, вот такой у нас второй олень. Посмотрите, ребята. А вот они похожи или идентичны, Саня? Идентичны. Идентичны. Ну вот. Вот, могут рогами вот так вот. Да. Да, играть свои оленьи игры. Ну что, свинушки, вы довольны своими подарками? Очень. Ох, ой. Ну вот. Разбойницы. Так. Давай я распакую последний сюрпризик. Давай. Такая колбаса у нас остается от киндеров. О, тут медведь серый. Медведь. Ой, как раз весь лес у нас, правда? Да. Правда. Вот. Ну-ка покажи. Медведь. Ой, какой красивенький. Ой, какой прелесть. Да. Ну дай, у нее на лапке еще вот тут прилипло. Ну что, медведя имеем. Имеем волка, который больше никогда не будет обижать имеем маленьких. Оленя. И имеем двух оленей. Ну что, спасибо вам, свинки Пеппа и Сьюзи. Сьюзи. Сьюзи и Пеппа, вы умнички, вы очень хорошие свинушки и умницы, потому что вы привезли очень хороших зверей к нам в гости. Мы их найдем, где приспособить, и сделаем для них очень-очень уютненький домик, чтобы они могли жить, поживать. Хорошо, девчоночки, а нам уже надо прощаться, потому что мы уже на ночь глядя должны поехать домой, а то по лесу ехать опять страшно. Конечно, конечно, девчоночки. Сейчас мы сядем в свою кареточку. Где кареточка наша? Сейчас пригоним. Сейчас. Хорошо, что лошадка не уехала. Нет, лошадка наша умница. Она ждет всегда. Ну-ка, посади их, Саня. Пусть садятся. А хорошо, без подарков ехать. Пока-пока. 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 Пока. Пока-пока. Ну что, Саня, я тебе могу сказать, что у нас сегодня очень красивый ролик вышел. Много зверюшек, много интересных, очень истории узнали, кто в лесу живет. Да. Что волки не такие и плохие, правда? Да, что олени не такие бодатые. И олени не такие бодатые. А домик, посмотрите еще. Мы в домик так вас не позвали, ребята. Посмотрите, какой у нас домик. У нас тут внутри, сейчас мы приедем вот тут немножко по... Смотрите, у нас на втором этаже столик, на котором две тарелочки... Вот, смотрите, а тут у нас курочка, да, посервирован стольчик, очень красивая, смотрите, вот постелька, в ней могут спать вот подружки какие-нибудь, да, Саня, вот как красиво. Это не, кстати, вот этот домик в комплекте. Да. Какой красивый домик. Красивый. Можем показать этого домика и другую стороночку. Вот он с другой стороны, как терраса. Вот тут закрывается. Да, а вот открывается. А тут у нас диванчик. Да, какой красивый. И вот наши красавицы могут тут себе сидеть и разговаривать про свои дела. Что ты делала, как был святой Валентин? Я всем дарила сердечки. Какая ты хорошенькая, какая ты хорошая. Ну а вам, ребята, скажем, ставь лайк и подписывайтесь на канал Мисс Сани. Комментируйте и огромный привет киндеромане. Пока! Пока-пока, ребята! Мы вас, Сани, очень-очень любим! Пока-пока!